Это диагностика, самодиагностика. Я написал массу различных тестов, которые показывают, что там с вашим организмом происходит. И вот то, что я вот хорошенько прочувствовал на себе и прочувствовал, это как только меняется что-то в организме, в основном где-то в кишечнике, то сразу же ногтевые пластинки и валик вокруг ногтя, они претерпевают изменения. И вот начинаешь что-то делать, вот и чувствуешь, ногти стали глаже, ну, в первую очередь валик выровнялся, то есть сам ноготь становится более такой красивый, без всяких этих заусенец на ногте. И причем это довольно-таки быстро проявляется. То есть изменения в организме, происходящие изменения в организме, то есть его какое-то уравновешивание, нормализация правильной работы. Вот на периферии, как раз наша кисть, это периферия, отражается в виде вот этих вот изменений ногтевого валика, пластинки. Кстати, она не сохнет, эластично становится. Это говорит о том, что достаточно воды в организме, достаточно там каких-то еще энергий, которые благоприятны для этого. Доброе здоровье. Когда я начал принимать, допустим, эфирные масла, начал принимать вот эти вот специи жгучие. Ну, например, я сейчас налегаю на гвоздику. До этого на этот самый натмин. Просто я уже его съел. Теперь на гвоздику, считаю ее более мощной. Вот и сразу же я увидел вот такие вот изменения на пальцах, ногтевых пластинках. Потом эти щеки моей подружки прибежали. Потом щеки такие, значит, румянятся. Интересно. То есть изменения идут. Фу-фу-фу. А то с меня ты штаны снимешь. Так. Вот еще одно я рассказал.